Всем привет на моем 192-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру Wings of Wii. Вот уже 16-й стрим. И уже, по сути, третий стрим по у нас одному боссу. Потому что я не могу его пройти. Как бы ни старался, не получается его пройти. А еще у меня почему-то не работает управление. Не знаю уж почему. Секунды. Странно. Должно все нормально работать, по идее. Так, сейчас игру перезапущу. Ну, у меня не работает, имеется в виду с геймпада, да? Ну, вы поняли, с клавиатуры-то работает. Странно, а почему у меня не работает управление? Что за чушь? Не, ну блин, я не хочу с клавиатуры играть, я уже привык с геймпада. Подождите. Блин, что-то это странно. Ну, будем считать, что это пока так, это начало, короче. Ждем, пока подойдут люди, а я сейчас пока с управлением разберусь. Странно, я просто даже не проверял, потому что, ну, обычно-то все нормально. Это как-то неожиданно, что оно не работает. Есть, конечно, подозрение, что я после обновления до Windows 10 забыл поставить, блин, я просто забыл поставить, короче, ну, у меня же беспроводной геймпад Xbox 360, да, и он почему-то по умолчанию не находит драйвер, этот ресивер не находит по умолчанию драйвер, возможно, потому что он китайский, не знаю, но в общем мне приходится вручную указывать его, и после этого работает. Сейчас, это займет не более минуты. Сейчас, уже почти нашел. Тут просто огромный список. Так, вот, по-моему, вот этот. Да. Так, теперь надо игру точно перезапустить, потому что она не подхватывает на лету геймпады. Все, работает. И заметьте, версия игры уже 1.11, то есть уже 11 патчей вышло на нее. Так, надеюсь, я не забыл вообще, что тут, как тут управление-то. Я уже забыл атаки босса, если честно, ну ладно. А, тут же по одному надо стрелять, да, точнее. Значит, забыл. Так, ну, по крайней мере, первая фаза не так уж плохо прошла. Могло быть и хуже. Она не упала в лаву, но, в принципе, все равно урон-то я нанес нормально.
Да лоль. О! Отлично. Ну... Отлично в плане, но это же разминочная попытка, вы понимаете. Так-то я, по-моему, без урона даже доходил до вот этой ее фазы стрёмной. Ну, вообще не дошел, но почти. Почти дошел, в принципе. До портала эти ее вообще не в тему. Крутится. Ну, короче, надо ее бить, наверное, когда она в середине только стоит. Потому что тогда я 100% ее скину. Да ну, что-то я вообще пока не могу собраться. Ну, конечно, сложно ее бить только в середине. Тебе надо, во-первых, считать. По-моему, 7, да, ударов надо. Ну, давайте считать. Раз. Два. Не попал. Три. Четыре. Пять. Шесть. По идее, надо подождать. А, 8, 8 надо. Ну, зато, да, она действительно упала. Раз. Тогда, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Да лол. 7. Не, вот сейчас. Хотя она, по-моему, нормально это что, да. Так, раз. Два. Три. Четыре. Так, это был пятый, да? Что я подтупил? Шесть. Семь. Теперь ждем. А, хотя сейчас выгоднее, чтобы она не упала, да, чтобы я 3 оставил. Но, блин, она упала как назло. Блин. Ну, она, короче, сейчас бы начала уже свою эту фигню творить. Раз. Два. Три. Так, один, да, остался. Блин. Ну, я думал, один остался, а осталось два. Что-то какая-то хреновая попытка была, не знаю, захотел дропнуть. Так, по-моему, 6. Да лол, что так много всего полетело? Чё даже не ожидал. Привет, Кадел. Ну, тебе еще там несколько часов ждать, да? Ну, хотя, ну как несколько часов? 6, наверное. Надо, блин, не надо было перерывы делать, пока босса убивают такие огромные. Ну, я разучился убивать. Но если у меня получалось без урона доходить даже до последней фазы, ну, хоть и редко, но получалось, то сейчас что-то... Я вообще даже не могу просто до последней фазы дойти, хоть с одним хп.
И счетоводство это отвлекает меня. Да лол. Вот она начитала всяких книжек, и теперь пипец. Первое это вообще было легко. Ну, когда первый раз мы с ней встретились. Да ты подойдешь или нет? Пипец. Да что ж такое? Да что ж, ну ты, блин, портал еще ставишь. Ну, понятно. Привет, покер. Так. Но все равно я с уроном. Я помню, первый вообще стабильно вроде без урона проходил-то. Хотя бы первый цикл-то. Короче, пока забью на то, где она стоит, просто буду бить, ну... Тогда, когда уже можно бить. Блин, у нее 3 огонька, ну... Фу, потный босс. Да ну как я в это попадаю все, ну. Да офигеть, я просто прям как будто прыгнул специально, зная, что она выкинет этот камень. Да это вообще невозможно. Я не знаю как я раньше вообще тут играл. Чё прикол? Почему я сейчас не могу ничего сделать? Меня просто все троллит. Я думал, что наоборот, сейчас со свежими силами сяду и ништяк будет. А, ну вон оно как обернулось-то. Вроде, блин, атаки. Да что ж ты, ну вот как так-то?
Отлично. Ну, по крайней мере, я дошел. Да, блин. Я опять про это забыл. А, ну, по крайней мере, до сюда дошел, уже радует. У нас наверху практически ничего нет. Давайте я просто чат наверх перемещаю все. Привет, Клоунито. Что-то я не рассчитал с чатом немного. Самое интересное. А что там интересного? Там только. Да я туда даже не допрыгиваю, что там интересного? Там только камни порой летают и все. Ну это вообще пофигу. Я не знал, как вот там сейчас вымикрить. Я просто, видели, тупо стоял, да? И ничего не делал. Потому что я просто не знал, а что мне делать. Оттуда вымикрить было вообще нереально. Короче, надо, наверное, перепрыгивать этот шарик нафиг. Ну вот, без урона первую прошел, наконец. Так, не упала, ну, хрен с ним. Ну это было глупый урон, очень глупый урон, этот, ну так себе. Ну вот это опять глупый. Ну, по крайней мере, все равно, это на сегодня это лучшая попытка. По крайней мере, по здоровью. Не знаю, дойду ли я до последней этой фазы, но по здоровью это лучшая попытка на этот момент. Дошел. Но, по крайней мере, до сюда. Отлично. Да ну, блин. Зачем я на себя его притянул? Я перепутал с черепом. Ну блин, нужно думать сразу о двух вещах. Ну, по крайней мере, на сегодня это лучшая попытка.
И вот снова без урона первую фазу, первый цикл, так сказать. Ну, что-то я не знал, как поступить. Ну, с одним уроном второй. Да ну... Но что-то она балует меня. Да ну, почему у тебя уже 4 этих шарика? Ну это хуже попытка, потому что у нее. Да какая пауза? Ну блин, меня пауза сбила, просто сбила пауза. Привет, хиппи. Так, давай-ка микри, микри. Отлично. Два цикла без урона. И на третьем просто колоссальный урон. Ну что это за срань? Камешек. Все. Погнали. В обратку. И в обратку обратки. Так. Разброс. Ну давай, рандом. Рандом камни. Ну охренеть! Успел нафиг. Я не знаю, как это микрить. Просто это не получается микрить. Такая срань. Ну, блин, да, отлично. Получил еще урон на первой фазе.
Так, ну хотя бы упадет. Да портал! Кружи порталы, это вообще просто жесть. Они больше всего, наверное, троллят, в принципе. Хиппи Винкс Офи пошел играть. Что это вообще такое? Удачи тебе, Хиппи. Не советую на Mortal Mod играть. Ой. Лол. Так, давай магнитошар свой. Да, опять этот кругопортал, ну... Да опять! Но он не задел, надо же, лол. Так, ну давай, что там, камни сейчас, ну по-любому. Да что ж ты, ну, делаешь-то, лол. Конечно же, магнитошар надо выпустить. Не советую на Mortal Mod играть. Это, ну, типа, но, типа нормал. Это на котором я сейчас играю. Играй на ангел моде. Это типа изик. Я тебе говорю, такая странная этот Mortal Mod. Это просто охренеешь. Не, ну если хочешь, конечно, пострадать, то можешь, но я не советую. Сал Грин просто тебя выжмет. А, ты на демон моде играешь, ну разумеется. Давай в лаву. Нет. Плохо. То есть в идеале должна быть только одна. Один цикл должен быть с не уронив ее в лаву, а все остальные уронив. И в таком случае у нее 3 хп останется на последнюю фазу. Только давай не магнит. Блин, ну вот это нормально. Портал, блин, правда, тоже засранство. Не хочет она микриться. Я что, не в ту сторону еще и выстрелил? Или мне показалось? Так, значит, все остальные разы надо уже скидывать в лаву обязательно. Ха-ха-ха.
Да, скинул лаву, конечно же. Да лол, как еще этот камень задел? Такие камни вообще задевать, это как-то тупо. Еще магнитокамень я не заметил. Опять непроходимый босс, ну что такое? Что-то прям нет ощущения, что я сегодня убью. Ведь потому что я даже, то есть близко не оставляю там, ну то есть близко даже не убиваю. Слишком много у нее остается, то есть там... Рекорд там был, что ли, 2 хп, и как бы там эти 2 хп потратить очень тяжело. То есть на последней фазе я даже в лаву, по-моему, ни разу ее не скинул. Да. Максимум, что было, это я доходил до... То есть один раз как бы скидывал ей щит, но в лаву не скидывал. Если в лаву не скинуть, там надо 3 раза скинуть щит, а это очень печально. Ну, в принципе, тактика-то такая примерно должна быть, но тут что-то я не размекрил. То есть она всегда кидает этот череп и магнитошар в самом начале. И потом всегда бросает камни сверху. То есть, в принципе, по сути, статичная по ходу фаза-то вообще. Ну, не знаю, как там дальше атаки, но начало статичное вообще. Как и начало самой первой, оно тоже статичное. Нет, она как-то сейчас хреново стоит, по-моему, она не упадет лава. А, нет, упала. Ну, камешек, пожалуйста. Не упадет. Да лоль. Ну лол, ну портал еще. Еще раз портал. Ой, я что, вылечил? Тьфу ты, блин. Не упадет. Жесть какая-то. Просто какая-то жесть. Она 4 уже себе сделала огонька. Почему? Я вот этого не очень понимаю. Почему она то делает 4, то вообще 2 бывает в последней фазе даже. Ну или 3 там точно. А порой даже 5, по-моему, было у меня. Это чушь какая-то. Ну от чего-то явно зависит, но я не могу понять от чего. Ну что ж ты, ну об это еще, ну тратится, ну. Давай разброс. Ну разброс успешен, потому что на нем тяжело зафейлить, хотя в тот раз так и было. Ну вот сегодня в начале.
Очень сложно размикрить, я не понимаю. Очень сложно размикрить. То есть без урона это пройти, это я вообще не представляю как. Это насколько нужно затренить. Просто не, для меня это непостижимо сейчас. А с уроном, ну блин, мне не хватает. На ангел моде по-любому был бы изич, но мы не на ангел моде. Давай на урон ей нанесли. И сами без урона. Блин, ну пришлось, а то бы лава упал. Теперь, по идее, надо не столкнуть один раз. Да лол. Ну лол. Вот как раз и не столкнулся сейчас. Хотя даже не старался. Теперь надо столкнуть, кстати, к слову. Столкнул. Да ладно, ну зачем? Ну, и теперь без урона последнюю фазу тащить. Ну, отлично. А чё, говно вопрос. Вообще без урона. Тупо без урона, потому что меня просто ни на чего не хватит. Если, конечно, еще рандомопад пройду. Это просто жесть какая-то. Но фишка в том, что я вот сейчас наконец-то сделал то, что давно хотел. Я два раза шлепнул по черепу, пока он там был. То, пока не появился магнитный шар этот. И значительно дольше мог тут кружить. Такс. Блин, не столкнул. Ну, значит, теперь надо толкать. По-моему, последний удар остался, так что надо ждать, пока она вот так сделает. Теперь надо тоже толкать. По-моему, последний удар, да? Ага. Отлично. Вот сейчас хорошая попытка. Ну-ка, давай. Да успей ты хоть раз, ну зачем, ну
Такую попытку, ну лол. Давай, разброс. Пили. Рандомопад. Ну лол. Да это охренеть просто, ну. Там еще вроде 2 или 3 удара, да, и она бы, ну, щит бы снялся. И, допустим, я даже скинул бы в лаву. И еще было бы целый 1 хп. Жесть, просто жесть. И я пришел, у меня было много здоровья. Но она просто так заспамливает, что жуть. Просто заспамливает. Всем, чем только есть. А, не скинул. Ну все, значит теперь кидаем. Да портал, ну упоротый. Спамер на Твиче это не очень. Да ну, уже, блин, хрень полная. Ага, не скинул прям первым же этим, на первом же цикле. Да лол. По-моему, последний удар остался. И, по-моему, вот так скинется, да. Стоп, я думал, ты упадешь уже, ну чё за... Ну она сейчас не упадет. Ну ты можешь встать как-нибудь? Ну ладно, хрен с тобой уже. Ты уже столько урона получил, что бессмысленно. Ну, если дойду, хоть как бы ради тренинга.
Давай. Наконец-то. Ну почему в тот раз так и не мог сделать? Разброс. Нормально какой-то изичевый попался. Ну, вот, кстати, вот эта попытка была очень неплохой. Очень неплохой. В принципе, то есть я, кажется, начинаю находить страту, да, то есть вы видели, я, в принципе, уже почти спокойно стоял и микрил просто эти атаки. То есть, ну, как-то уже вот оно вот это сейчас выглядело более уверенно. Это было не то. Такс. Ах, ты ж чуть-чуть не вымикрал. Сейчас не сброшу, да? Так, значит, надо в следующий раз сбрасывать уже по-любому. Да ну что? Не хочет она отпускать. Ну все, и не сбросил. Значит, мы будем с 4 хп драться. Ну, либо если я только еще раз не сброшу. А, нет, даже если я еще раз не сброшу, все равно, да. А, нет, стоп, кстати, было наоборот нормально. Если бы я сейчас сбросил, как раз у нее осталось бы 3. Не знаю, вот раз на раз не получается это размикривать. Не, ну разброс вообще изич. Рандом опад, ну вот как выпадет. Порой бывают сложные комбинации, но обычно вообще, конечно, не представляет угрозы. Ну блин.
Жесть. Так, 2-0. Ну, нормально, значит, дальше надо скидывать. Так, последний удар, по-моему, остался. Ой-ой-ой, ну не скину, по-моему. А, скинул. Я что-то со счета сбился. Привет, Трафальгар. Да, опять это срань. Ну лол, ну как я два раза тут хп потерял? Сейчас еще тут не успею, пипец будет. У меня там было нормально хп. Ну успел, надо же. Ну, блин, вот все время какая-то происходит. Ну, надо же сейчас еще на разбросе мог погибнуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну охренеть просто. Ну как можно делать комбинации через все поле, но. Пипец какой-то. Че я сделал? Так, 5, 6, 7 и на. Блин, а получил все-таки урон обо что-то. Обо что, правда, я не понял. Ну, либо портал, либо камень. Так, 4, 5, 6, 7. Да что это? Ну что это? Да какой там прошел? Ну это охренеть, ты смотри, как это пройти? Тут, блин, пукан рвет, как можно пройти это? Это просто жуть какая-то. Это самый сложный босс в этой игре, который я видел. Робот был проще. На роботе там все время было в конце, хоть усложнялось, но, во-первых, я до конца доходил очень часто, практически каждый раз. Да, это первое. А второе, это в конце мне постоянно оставалось совсем чуть-чуть. И там буквально, то есть, я понимал, что еще бы там секунду-две его поспамил бы и добил. А здесь я много достаточно оставляю, даже в лучших попытках, там 2-3 хп, которые отнимаются очень медленно. Из этого щита. Да что такое? Чё меня задело? Ну пипец. Так, по-моему, один удар остался. Да.
Так, 4 уже. 5. Да что? Ага. А, зря я. Тут я все время сталкивал. Ну ладно. По крайней мере, здоровья у меня много. Можно хоть попытаться чем-нибудь сделать. Отлично. Привет, Курай 5. Так, давай рандом. Рандом падения. Ну, пух, жесть. Ну вот опять. Успел. Опять? Да что ты делаешь? Офигевшая, блин. Лол. Впервые я ее скинул на этой фазе. Ну, это рекорд. Это рекорд. Хотя, по-моему, я 1 хп оставлял, но я от 4 шел, а не от 3. Если бы я шел от 3, у нее бы сейчас осталось бы 0,4. У нее бы 0,4 бы осталось. Но, конечно, не убил бы все равно, но как бы именно по количеству урона на последней фазе это рекорд. И вот это вот уже начинает вселять оптимизм. То есть, в принципе, я могу ее дожать. Могу. Только нужно очень-очень постараться. Так, значит, остальные разы надо скидывать. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Ага, отлично. Да ну, я думал, не заденет. Так, по-моему, 3, да? 4, 5, 6, 7. Так, ждем. Отлично. Ну, блин. Так, 3, да, по-моему? 4, 5, 6, 7. Должен вроде скинуть. Да. Нормал. Есть. Так, разброс. Давай, на рандом нормально что-нибудь. А не по-свински, когда через всю карту надо ползти. Ну просил же. Ну, блин, ну это просто срань, ну она опять заспамила меня, я просто не мог ничего сделать, я со всех сторон все летело. Блин, столько хп принес, и у нее было всего 3. Но она просто вот в тот раз как-то получилось, сейчас она просто заспамила.
Ничего не мог сделать. Там какая-то фишка с этим вот магнитошаром в самом начале. Я его как-то в тот раз очень классно размикрил так, что очень удобно сложилось и с потом размикриванием черепа, и с камнями, которые сверху падают. Так. Теперь, значит, сталкиваем. Так, последний удар, по-моему, остался. Блин, да так, по-моему, не столкнул, да? Блин. Ну... Ну что это, ну... Но это уже совсем не то. Совсем другие. У меня меньше хп, у нее больше хп. Ну, как бы. Но все равно. Надо пытаться. А вдруг меня просто лучше нарандомит. Фух, успел. Еле-еле. Так, и изи. Изи. Ну, нормально. Вот всегда бы так как-нибудь. Вот срань ты, ну, честно слово, ну просто срань. И портал, и камни, и магнитошар этот, еще череп прилетает, еще вот эти ее крутяшки. Это ли не заспам? А, кстати, уже 200 смертей на ней. Столкнул. Да, блин. Да я не замечаю эти порталы. Когда они снизу летят. Я со счета уже сбился. Не знаю, сколько там наспамил. Ну, понятно. По-моему, не уроню. Ну, понятно. Не, ну, в принципе, если я сейчас уроню, то будет круто. Ну, круто как? У меня-то хп очень мало, но, по крайней мере, у нее будет тоже мало. Уронил.
Успел. На рандом, пожалуйста, падение нормальное. Но. Ну, всегда бы так. Почти на месте. Ну, это фигня, в принципе. А, блин, ну... Ну, короче, да, походу, самая лучшая тактика, это вначале, значит, двойным отгонять череп, а магнитошар этот к себе не подгонять вручную, подождать чуть, пока он подлетит, и потом перелетать на ту сторону, отгонять уже подлетающий череп, и падающие камни, по идее, добивают этот магнитошар. Вроде вот эта вот тактика, она, по идее, должна работать, так, ну, более или менее... Задело, ну что? Ну что это? Ну что, лол. Ой. Ну блин, я не могу собраться, что ли, или что? Хрень полная. Блин, сейчас если попал бы, то было бы классно. А, ну и так нормально. Да, лол, я ее полечил. Что-то рука в спам сама ушла. Да начинаю уже. Ну, у нее 3,9. Ну, я хотя бы попытаюсь. Она себя-то по-разному ведет, лол. Ну, но я ее скинул, опять скинул.
что не может не радовать. Хотя, конечно, как там продержаться еще целую фазу. Но что единственное радует, что если я туда приду с 3 хп, то мне не нужно будет ее скидывать в конце. А если приду с 4, то мне по любому случаю надо ее скинуть будет, иначе мне еще одну фазу переживать, которую я уже, очевидно, не переживу. Ну, блин, не хотел урон получать в итоге. Лагает стрим? Ну, у тебя интернет же нормальный, да? Ну, то есть... больше 3 мегабит? Ну, я думаю, что, скорее всего, да, но всякое бывает. Не упадет. Да ну, тупая комбинация вот эта. Ну, убивайся. Угу. У нее 3 хп. Да ладно, ну... Ну как? Ну вот столько раз сейчас подряд получалось. Ну, посмотри на Good Game, значит. Там 1,5 мегабита битрейт. Ну, плюс плеер другой, может быть, просто из-за самого плеера. Такое бывает у людей. Ну просто не знаю. Ну блин, ну напишите ему. Ну. А, привет, Тераон. Так, сейчас надо сталкивать. Лол.
Случайно без урона сейчас прошел вообще. Ну блин, жалко не 3, потому что я у себя очень много здоровья оставил. Ну блин, ну почему надо было обязательно урон нанести, потом уже превращаться в следующую фазу, ну... Ну блин, ну это... Ну, такая жесть, ну... Ооо, удаляй, ну у меня столько было здоровья, ой, удаляй. Ну что это? Ну, короче, просто не прет, просто не прет. Я ничего не могу сделать, я все делаю как обычно. Просто делаю как обычно. У меня получается, когда нужно точно, чтобы получилось, потому что хорошая попытка, естественно, не получается. Хотя я даже не волнуюсь, что самое интересное. Обычно из-за волнения бывает, а я сейчас вообще не волнуюсь, ничего такого. Просто хрень. Опять заспамила. Я 1,4 хп оставлял ей. Что-то типа того. Ну, это типа эквивалент 0,4, если бы я дошел, когда у нее 3 хп, а не 4. То есть, если бы я каждый раз оставлял 3, то почти убил бы. То есть, оставалось там ударов 5 бы. А так не 5, а 15, ну, там больше, короче. 13. Какого босса? Вот этого только когда первый раз ее встречаешь? Ну, постараюсь все равно. Вот сейчас вот мне пофигу, в принципе, я здесь умру или нет. И у меня получается. Ну... А, где большой портал, что ли? Или вот она же только в первый раз, когда встречаешь ее. Привет, хоббит. Сюда. Да ну его, ну... Ну блин, вроде же хорошо размикрил и камни, и сейчас и скелет этот, и шарик этот толпанный уничтожился. Но просто сейчас мне хп не хватило, потому что, ну, очень мало я принес. А, это второй босс вообще-то, хиппи, это второй босс. Ты чё, это второй уже. Поздравляю. Ты на каком играешь? Ну, не серьезно же на демон моде? Ты не хардкорщик, вряд ли ты на демон моде.
Рыжую? В смысле, но у нее розовые же волосы. Почему рыжую? Блин, опять и 4 оставил. Зато у меня много хп. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Вот мне сейчас тут не пофиг, сколько я урона получу. И я не успеваю, ну ладно, хоть один раз только не успел. Ну блин. Да что... На разбросе его потерять хп! На разбросе! На разбросе, Карл. Ну на разбросе. Это же пипец просто. Ну, я, по крайней мере, долго держался. Долго держался. Не знаю, понимаешь? Вот не знаю, от чего зависит. Здесь бывает, я их видел на этой фазе от 3 до 5 на последней. То есть, то она только 3 их делает, то 5. Я не понимаю, от чего это зависит. Вот сейчас видишь 3, а было и 5 вот, пару попыток назад. И когда 5, это вообще, это не микримы просто. Ну, кстати, может быть. Хотя не... Не знаю. Чё, если я не каждый раз не буду сбрасывать, то у меня вообще будет ноль? Что-то я сомневаюсь в этом. Там уже 5 раз я не скидывал вроде. Никогда. Сейчас 2 раза скинул, 2 огонька, да. Но это может быть просто совпадением. А что я там умер, я не в курсе. Смотри, сейчас я не скинул. Я конька нету. Серьезно? Ну хорошо, давай вот эксперимент. Ни разу не буду скидывать нарочно. А, нет, вот огонек. Все, 2 огонька, забей. Значит, теория не верна. Отмена тогда. Да лол, ну много урона получил, просто так. И вот это вообще был такой левый урон.
Привет, Алекс ВС. Ну, у меня мало очень. Но у нее зато тоже 3. Успел. Ну что это? Ох ты ж, ну это ж, что за вообще за жесть? Да ну, ну вот, ну почему она подошла ко мне? Ну, лол, ну вот если бы она не подошла, то я бы нормально бы и череп этот размикрил бы, ну в смысле откинул. Это жесть. От времени? Ну не знаю. Тогда типа спидраном убивать выгоднее, да? То есть скидывать нужно. Так, мне надо ее по идее сейчас не скинуть. Да что такое? Ну, да лол, ну вот. Раздражает, когда вначале идешь, там пару фаз скидываешь оба раза без урона, а потом просто раз и получаешь кучу урона. Что-то меня немножко сбило с толку, так все исчезло. Ну понятно, сейчас будет 4 хп у нее, но. И я получил еще урон дополнительный, ну вообще ненужный, просто ненужный. Ну хоть тут успел. Ну куда? Ну охренеть, ну вот просто бесит она вот этим. Ну как я должен был тут успеть? Просто как? Привет, Килмер. Так, ну ладно, раз не столкнул, значит, надо теперь все время сталкивать. Так, 3, да, 4, 5, 6, 7. А, стоп, я что-то сбился со счета. Ну ладно, повезло.
Не скинул, блин. Ну ладно, зато у меня хп много, давай-ка. Ну наконец-то хоть с кучей хп. Только еще этот рандомопад бы нормально пережить. Ну на разбросе я как бы вообще надеюсь, что урон вообще не получает. Тут был какой-то вообще левый урон один раз на нем. О. Так, изи. Изи, в принципе. Вообще изи. Нормально. Изи. Да что ж ты, ну что столько урона-то, ну пипец. Ну просто заспамливает, опять она просто меня заспамливает. Всем. Ну просто такой напор, что я не могу ничего с этим сделать. Я просто не могу с этим ничего сделать. Камни летят, куча просто, она подходит своими огоньками, блин, цепляет. К черепу надо поворачиваться периодически. Ну это просто она заспамливает. Я ничего не могу сделать. Еще порталы летают. Если бы хотя бы одного не было компонента, допустим, не было бы летающих порталов, да? Все, нормально было бы. То есть, да, были бы прыгающие камни, камни сверху, этот магнитошар, череп. Но хотя бы не было бы, допустим, порталов, уже было бы терпимо. Но все вместе это удаляй. Привет, днище. А ее нельзя держать. Она куда хочет, туда и ходит. То есть, как бы, ей пофигу, там наношу я урон или нет, она ходит просто так. Да лол, ну... Да что ты, ну задело, ну... Вот портал опять, все в куче, хотя это даже еще не последняя фаза. Да лол, не упала, ну что за... Но у меня, в принципе, здоровье половина, так что надо что-то пытаться. Ну, при условии, конечно, что сейчас тут не потеряю. На разбросе каком-нибудь дурацком. И вообще мне кажется на самом деле, что на разбросе можно стоять тупо в ней. Просто в ней стоять, по-моему, туда никогда ничего не падает, а она сама мне урон не наносит. Но я пока не решаюсь попробовать это, так как фаза, в принципе, так и так легкая. Ай-яй-яй. Да что ж ты будешь, ну... Ну, тактика, в принципе, рабочая, да? То есть, по крайней мере, если она вначале подходит на меня, то это прям точно тактика нормальная. Если от меня, то непонятно, что делать. Но, по сути, так, если от меня отходит, то мне нужно
возвращаться, походу. Но тогда у меня просто этот шарик, он близко ко мне и сложнее вымеклить. Солгрин на первой фазе после Соника. А, ну лол, ну как бы не знаю. Там все-таки до этого довольно легко доходить. Эту фазу я называю Тролл Грин, потому что он затраривает тебя просто. Хорошо, что ее можно пропустить, если заспамить вовремя. Да лол. Так, ну блин, конечно, не то, что я ожидал. Еще получил камнем в лоб. Успел, еле-еле, просто еле-еле. Что-то сегодня поизи еще что-то она решила. Ну блин, ну почему этот шарик не уничтожился? Ну он просто должен был уничтожиться каким-то камнем, а он не попал. И я сразу растерялся, что делать. Бывает, да, попадают. Чего? Я домино жесткий? Ты жесткий домино? Так в смысле, так ее пропустить очень просто. То есть я тоже все время пропускаю. Просто это нужно один раз научиться делать, это смертей 200, чтобы научиться. Причем это без Ютуба. Причем тут домино, я вообще не понял, если честно. То есть ты говоришь, как будто он какую-то уникальную фишку открыл, которую раньше никто не умел. Удачи в обучении, хиппи. Полезным делом занимаешься, не то что я. Отлично. Это вообще типа идеальная практически попытка. Главное тут не залажать. Фух. Блин, каждый раз это вот такой пот вот в конце успеть.
Напряжение прям такое жесткое очень. Вот что с этим делать? Ух ты, получилось. Ну камни, камни, ну просто, просто камни, ну порталы. Просто все летает. Ну оно спамит, ужасно спамит. Я не знаю как. Оно просто ужасно спамит. Видели, просто камни летят. Их два камня летит, или три камня летит, порталы. И плюс у нее еще не прострелить из-за пяти этих огоньков. Что я должен был там делать? Я не знаю. У меня было столько здоровья, я просто стоял и получал, получал урон, получал, получал и дополучался. Вот и все. Даже если дойду с полным ХП, и то же самое будет. Просто будет то же самое. Да какой дропай? Если я дропну эту игру, то смысл мне потом садиться там за Камилию вторую, например. Ну, тем более, интересно же, что там с этими ангелочками дальше произойдет. Так это добить, может быть, босса, а там же еще дальше, и наверняка там будет вообще такой жесть потом босс какой-нибудь, что я просто охренею. Типа там на 93 стрима, ну, вы понимаете. Тут опять куча камней какая-то, блин, летит, хотя это даже не последняя фаза. Нет, не надо. Не надо мне ничего говорить. Не надо никаких спойлеров и там сколько там до конца осталось и так далее. Что такое сипуку? Хиппи. Нет, ну я же не знаю, как он выглядит. Ну в смысле, как он как босс. Траван. А так-то понятно по сюжету, что он финальный босс. Ну, просто. Ну это чат, я сейчас на чат отвлекался. Ну, короче, она, я бы сейчас ее не скинул, по-моему, да, по-моему, не скинул бы. Но в итоге еще бы три фазы впереди было бы. А если даже скинул, то две. Что? Напиши по-русски. Что такое фаза добивания?
Да, хиппи, мне уже рассказали. Типа вот в нее что ли встать? Так а когда камнепад, то как мне это поможет, лол? Ты не думал об этом? Плюс, когда там будет 5 камней, мне просто... Я не смогу выйти оттуда, понимаешь? 5 этих. Когда будет 5 огней, я просто не смогу выйти оттуда. Ну, я не смогу с нее тогда выйти, а там, видишь, там смерть внутри просто. Там слишком много всего будет в тебя лететь. Блин, не скинул второй раз. Ну опять 4 у нее будет. А, фигня это все. Да почему она, ну почему она так долго думала в этот раз? Ну, я бы сейчас без урона дошел бы. Ну ладно. Фух. Давай рандомопад без урона. Терпимо. Плохо. Ох ты ж. Я на хреновую комбинацию сделала. Зачем? Да задел! Да почему этот камень задел? Он вроде же далеко летел. Я был уверен, что он не заденет, иначе я его перепрыгнул бы просто. Почему-то, не знаю, вот как-то он вроде летел, что не должен был задеть. Здесь что, тоже что ли хитбоксы кривые? Вот, такой же, по-моему, не задел. Блин, неужели тут ближе был? Ну как-то это совсем нечетко. Блин, ну вот получил уже урон.
Да чтоб тебя, ну. Есть. Ну давай. Хорошая попытка. Ну, давай. Есть. Разброс. Это было неуверенно. Ну почему опять эта неудачная конфигурация попалась? Ну хоть это главное, магнитокамень уничтожили. Вот это реально, это просто самое главное. Вот сейчас такой же был камень. Да вот он спам, ну просто заспамило. Ну просто опять заспамило. Ну как там можно жить? Вот и на, вот в предыдущей попытке, да, она не заспамила, нормально, просто я там об камень умер, да, но она не заспамила меня, я просто уворачивался постепенно от атак. Сейчас просто все говнище в меня прилетело, просто все какое только есть. Я не понимаю, от чего это зависит. Я не буду Коуба смотреть на стрим. Да покеры, лол, я знаю, как сделать, чтобы она упала, но ты понимаешь, не всегда ждать это хорошая мысль. Я лучше дойду с полным здоровьем до конца, чтобы у нее 4 хп осталось, чем я дойду, что у меня останется 1 хп, но у нее 3. Да, то есть, я как бы просто расставляю приоритеты. А так-то я знаю, как, почему она падает или не падает в лаву, да, с каких позиций примерно. И мне не надо, чтобы она всегда в лаву падала, если что. Мне нужно один раз, чтобы она не упала в лаву. Чтобы 3 хп у нее осталось. Ну я сейчас сбился со счета. Опять она охреневает со своими, блин, этими атаками. Вот когда она в углу сжимает, это все, это можно удалять. И не всегда есть возможность перепрыгнуть или как-то обойти. Особенно когда у нее уже 3 огонька или больше, то через нее пройти уже невозможно. И... Ну, то есть только перепрыгивать. А перепрыгивать, когда там летит портал или камни, это невозможно. Ну, без урона, по крайней мере, да? Вот сейчас, вот я не могу сейчас ничего сделать. Ну, вот и что, да, и что? Каковы перспективы? Типа, вдруг без урона пройду всю последнюю фазу.
Ну. В смысле ударять в противоположную сторону? Какая разница? Ну, в смысле, разница есть, но я не понимаю твою мысль. Все зависит от позиции. Да ну... Нет. Ты видишь, сейчас она с той же самой позиции в другую сторону откинула, и она не упадет. Не упала. Ну, такие попытки я воспринимаю как доп-тренинг, короче. Почему ты камень не уничтожился? Ну почему ты не уничтожился? Ну он должен был от третьего камня уничтожить, в смысле не камень этот, ну вы поняли. Привет, Гаспарт. Устал, ну. Спасибо и на том. Но я, скорее всего, за этот стрим могу не пройти. Это уже третий стрим по ней, если что. Ну, на первом стриме я дошел, потом чисто стрим по ней, и вот еще сейчас чисто стрим по ней. Ну да, не 93-й, но... Я не дошел даже до этой фазы. Видишь, я 6 часов ее убиваю. Именно этого босса я 6 часов убиваю.
Давай так, Хоббит, удачи, спасибо, что хоть по Apple рейтинг. Хотя, конечно, это не главное, но тем не менее приятно. Не, ну смертей-то вроде не так уж много, но... Ну, короче, лол, да. Много. Сложность Mortal Mode, то есть это, ну, типа, нормал. Да, я 6 часов не могу ее убить. Ну, 2,5 стрима. Но у меня стримы не как у некоторых там по 10 часов. Но по крайней мере в это 10 часов я точно не смогу играть. Тут как бы КПД падает уже очень быстро. То есть уже через пару часов просто в мясо это. И поэтому тут нет смысла играть там очень долгое время. Не, ну конечно кто как, но все-таки тут надо выносливость очень хорошая, чтобы на таком сидеть долго. Что это сейчас было? То есть именно долго сидеть на этом боссе в плане по количеству стримов, это в принципе пофигу. Да, я вон на Салгрине тоже очень долго сидел. А вот именно в течение одного стрима, вот это вот очень тяжело. Опять какая-то хрень, короче, вышла. Лоль. Ну, ты будешь врубать свою фазу-то? Вот упор-то. Я ей уже 2 хп потратил. Она только догадалась, что у нее меньше 4. Ну, что-то поизичу сегодня. Ну чё, будем заканчивать на этом. Потому что я уже как бы даже, знаете, не то чтобы прям сильно устал, ну, как бы, хотя и это есть, да, но просто я тупо уже проголодался. Вот, ну и как бы, уже сижу не в удовольствии, да, а зачем мне сидеть не в удовольствии, я не знаю, поэтому на этом будем заканчивать. Сегодня, наверное, Wings of Fate точно не будет. Другой стрим, может быть, будет. Посмотрим. Может по игре, может по программированию, ну, соответственно, вы уже там увидите в анонсе или где-то в избранном. Вот, ну, в общем, спасибо, что сидели, спасибо, что смотрели, всем пока, увидимся на следующих стримах.